По сообщению гидрометцентра Чувашии, с 1 по 3 августа на территории республики объявлен 4 класс пожарной опасности в лесах. Наивысшим, чрезвычайным, считается 5. Для снижения рисков возникновения природных пожаров посещение гражданами лесных массивов ограничено. С целью предупреждения и своевременного обнаружения возгораний организовано наземное патрулирование лесов силами 37 межведомственных оперативных групп с участием спасателей и сотрудников полиции. Для мониторинга лесопожарной обстановки с воздуха задействованы 4 беспилотных летательных аппарата МЧС России. Работники лесничеств несут дежурство на пожарных наблюдательных вышках. Лесные патрули проводят рейды на 45 маршрутах. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера поступка и его последствий, несут административную или уголовную ответственность.